Его соперником в синем углу будет Андрей Рачков. Спортивный клуб «Сагда» и «Севарч». Что этот бой тоже за пояс. За пояс King of the Ring. Так что на кону не только победа, но еще и чемпионский пояс. Данила Кучур. А почему зал уснул? Ввиду остановки боя рефери победу одерживает боец в синем углу Андрей Рачков. Становится победителем этого боя, а также чемпионского пояса King of the Ring. И одним королем ринга стало у нас больше. Аплодисменты! Награждение проводит Роланд Миколаускас, организатор сегодняшних соревнований, а также президент спортивного клуба Golden Glory.
Фотографии на память.